Так, друзья, всем привет, с вами Аджай, третья часть прохождения игры Endlight. Так, у нас тут появился квест, найдите дом Гази. Ну, под названием День Матери квест. Так, понимаю. Так, опять забыли мы с вами перевестись на английский. Но это... Тоннель, загруженный контент. Так. Воздушный груз, это будет у нас потом. Сначала зафигачим вот это. Чемпион. Трущобы, сложность нормально. Получил ранение в голову, теперь у него припадки. Ему нужно лечение. Но все подходящие препараты в городе закончились. Лен рассказала мне о человеке по имени Гази. Он слегка тронутый. Он накопил кучу лекарств от припадков для своей больной матери. Она умерла несколько лет назад. Ну, нам теперь все понятно. Садимся в лифт. За бабки. Он зомбак. Интересно, как металлическая труба может ломаться-то, блядь? Вот паркурщик, бля. Так, а тут кто? Хоть рядом с неактивной, что-то тут. Так. Ugh!
Прям по башке, нехило. Блядь. Ты гнида, блядь. Все, ладно, свалим отсюда, надоело. Потом разберемся. Так, не используем очки навыков. Надо же все-таки использовать. Какие у нас тут? Так, это что такое? Упаковщик, пассивный промхлеб, просто комплект для выживания. Упаковщик. Зафигачим. Так, ловкость опять, так, навыки. Ловкость, захват. Так, скажи, не скажи. Нет, захват лучше. Ёпта, блядь. Yazi, is anybody in here? Блядь, отмычку сломали. Так, ничего здесь такого нету. Все тихо, мирно шприцы, блин.
Так. Гази, are you there? Nobody happy. So you better make mama happy. Gazi? Me too. We have the same name. Are you from the video store? No, my name's Crane. Crane? Crane rhymes with train and brain and sane and grain and rain and plane and the other kind of plane and... But can I come in? No, no. It's impossible. Impossible. This is my special day with mom. It's Mother's Day, and it's the most important day of the whole world. Are you from the video store? Why do you keep asking me that? Because you're supposed to bring my movie about me. It's called Charlie, and it's all about me, and how smart I am. Look, Gazi, if I bring you your movie, will you let me come in? Sure. Then you could watch with us. It is Mother's Day, and if Mama ain't happy, nobody happy. Oh! And she also wants chocolate. Mama wants chocolate. No, 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 wait a minute, that's too much. Don't argue with Gazi. It doesn't work. That's what the drugstore people say. Похоже, у чувака реально башню сорвало. Забудьте, блядь, съедобные шоколадки, блядь. Бежим, бежим. В автобусах у нас вообще, наверное, никогда ничего интересного не бывает. О, книжка какая-то, только взять нельзя. Это я уже понял. То как сюда войти-то, бля? Там закрыто, бля. А, блядь, отмычка же есть, точно. Блядь. Блядь, сейчас зомбаки пройдут, епт.
Аккуратнее надо, брат. Bitch, not now. Charlie, Charlie, see you for Charlie. Это что, зомбаки так бегают, бай? Excuse me? Would you look at me, friend, and think that man is a success? No? I do not blame you, but I am. You see, I was. Almost every gasoline station in Harran I owned. And when they announced the Global Athletics Games, it was supposed to be like a windfall. Like winning the lottery. That didn't work out, huh? Well, look around you. What do you think? Блять, ну дети, конфеты ж взять-то.
Мы же взяли нормальную водяную труду, эту трубу, блин. А вот газовая труба, водяная труба. Сколько мы тут будем бегать, блин? Ах ты тварь, бля. Еще одни, блядь. Блядь, сейчас убьют и все нахуй. Ёпт.
Там как-то дверка приоткрыта, бля. Давай, 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 давай. Отлично. Ё-моё. Блять, сваливай, сваливай, блять. Давай, давай, быстрее, быстрее, сейчас убьют же нахуй. Кофе, кофе, наберем кофе. Ну все, наконец-то. Так. Да, конечно, не все уж так просто. Блять, зомбаки идут. Сваливаем. Аптечка, блядь. Блядь, я вроде здесь шел, их не было, блядь. Капец, капец.
Dad? Here's your movie and your chocolates. Wait till Mom see this. Oh, Gazi wins again. Hooray for Gazi! Right. Hey, then I'll just let myself in through the roof. Так, Гази, Гази, фигази. Так, я разобрать. Ёптвою мать, залазишь. Так, а к этому фраерку как же нам через крышу-то попасть? Кажется, допёрло. Да ё-моё! Вот Гази мне здесь задачку создал, блин. Единственное, попробую перепрыгнуть там, потом здесь, туда и сюда. Ладно. Погнали. Мусоры. Ковырялись. Так, чужие, блядь. Стрелы рейдера, блядь. Стрелы рейджера, блядь. Я иду к тебе, Гази. Ну а здесь, наверное, полюбас придется прыгать.
Так я думал, бля. Блять, вот придумали, блять. Теперь думай тут. Как-нибудь там, ладно, сейчас кое-что, еще одно из мыслишков. Еще раз попробуем. Мыслишка хреновая. Черт. Где мы начнем? Sometimes I feel like there's nothing outside. Ну, ребята, блин. Thank you so much for helping me and sending them bastards to hell. А не что, бля. Ой, блин. Ну, ёпта, бери аптечку, бля. Тарелки, сигареты, огнетушитель взять нельзя, да? Блять. $55. Бля, как я хоть химикаты, нам они не нужны, бля.
только там спокойно пройти бы, да и все, блин. Все-таки что-то я там упустил, блин. Все-таки что-то я там упустил, не может такого быть, блядь. Бас, надо как-то там перепрыгивать, что ли. Ну. Блядь. Ёбаная воля. Так и думал, опять не посмотрел вперед, давай прыгать, заниматься фигней всяк. Я думаю, так мы ничего не сломаем. Привлекли внимание зомби. Счетчик вызывает. Gazi. The movie, I thought. Mama's watching. Вот она, его мама, да? Is Mama happy? Yeah. Mama's real happy. Gazi got her chocolates and a movie. Well, then I'm gonna take some medicine to help my friend. Well, okay. Mama stopped getting seizures when her head turned into a pumpkin. They're on the table. Yeah, thanks, Gazi. Gazi make everybody happy. Да. Нехило Гази так телевизор смотрит. Что, теперь отсюда так и не выйти, что ли, нам было? Опять откуда пришли, оттуда и ходим. Блять. Thank you.
Бля, она прям за мной бежит, четко, блядь. Тварь, блядь. Блядь. Блять, твари сбежались. Да, действительно трудно выживать в мире зомби. Ну где эта дура? Там внизу же сидит, блядь. Внизу же спускаться надо. Ну, вот здесь, блядь, у нее лекарская. I've got your anti-seizure medicine. Thanks. Oh, how'd things go with Gazi? Well, he may be challenged, but he's very good at getting what he wants. Did you meet his mom? Yeah, she seemed happy. If Mama ain't happy, ain't nobody happy. Speaking of which, Brecken asked me to pass this on to you, with his thanks. $500 тоже нехило. Ну ладно, я думаю, ребят, закончим на этом прохождении третьей части. Извиняюсь, что так долго. Играем первый раз, думаем, смотрим, так далее, тому подобное. Если вам понравилось видео прохождением, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в ВКонтакте. Всем удачи, пока.